Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я хочу показать вам, как выглядят перцы через 12 дней после посадки. Снимаю потому, что просто я пришла сюда их вот сейчас прополоть и немного прорыхлить. Потому что перегной это хорошо, но вместе с перегноем заносится очень-очень много сорной травы. Видите, вот как вон все травой заросло. Вот здесь я эти ряды я прорыхливаю и немножко как бы повреждаю сорняки хотя бы в междурядьях. Между ними я не пропалываю, конечно, а вот эти вот так рядки делаю, немного взрыхливаю. И как раз решила, раз уж я здесь работаю, то я покажу вам посадки. Перцы прижились хорошо, ну, конечно, так же, как и в лотках. Какие-то из них крупнее, вот есть вот такие прям вышли вперед, какие-то из них помельче. Но когда мы выращиваем в лотках, это точно так же. От чего зависит, я не знаю, то ли может быть от семечек, или вообще просто, но всегда у нас бывает, одни растения больше, другие меньше. Но вообще все они прижились, растут очень хорошо. Не сказать, чтобы они сильно в высоту вырвались вперед, но они такие делаются коренастенькие. Видите, сколько травы? Я вот здесь уже немножко начала. Вместе с перегноем к нам какой только травы не приходит из деревень, из-за города. И вот эту всю траву, ее выполоть невозможно. Я хотя бы междурядье вот так вот прогребаю, чтобы потом перца было видно. Она чуть-чуть подрастет, потом я пропалю. Все, вот это видео просто я сняла, чтобы вы посмотрели, как сегодня выглядит вот эта вот моя перечная грядка. Все перцы стоят, бодренькие. И если там из-за травы их не видно, то тут, где я немножко уже сделала прополку и прорыхлила, их видно хорошо. Вот 12 дней жизни в теплице. До свидания. С вами была Ольга Чернова.